Привет, меня зовут Паша Потапова. Коротко о самых важных событиях на грядущую неделю. Максим Аверин с моноспектаклем «Научи меня жить» выступит в Воронежском концертном зале уже 5 февраля. В новом спектакле собраны как лучшие произведения предыдущего спектакля, так и свежие композиции. Это не творческая встреча, не концерт, это полноценное театральное действие. Начало в 19:00. Премьера семейной комедии «Игры с огнем» состоится 6 февраля во всех кинотеатрах нашего города. Опытная команда пожарных во главе с Джейком Карсоном спасает от лесного пожара троих детей. Не имея возможности найти их родителей, мужчины сталкиваются с тем, что их жизни и работа переворачиваются с ног на голову благодаря диким и непредсказуемым детям, напоминающим пожар. В концертном зале Эвент-Холл Сити Парка Град 8 февраля выступит группа Любе. Музыкальный коллектив не подвержен никаким веяниям моды, идет своим однажды выбранным путем. Ему присущи военная тема, лирика и ностальгия. Начало концерта в 19:00. Там же в Эвент-Холл, но уже 9 февраля, прогремит мощнейший концерт питерской группы «Князь». Она отыграет концерт, приуроченный к 20-летию акустического альбома группы «Киш». Ее запись прошла в старинной лютеранской церкви, зал которой использован в качестве естественного резонатора. Начало в 19:00. Хочешь знать еще больше о событиях нашего города? Заходи на сайт «Блокнот Воронеж».